Итак, пацаны, всем здорово! Смотрим второй полуфинал Skill Tournament 2023. Мы узнаем второго финалиста. Это Алекс против Никиты Белорус. Вы мечтали увидеть эту игру, и мы ее увидим. Погнали! Гол! Да ну нахуй! Но я бы не сказал, что это шара, но, блядь... Тоже такой, блядь, непростой, блядь, гол, нахуй. Бля, ну, хоть не подстава, ебать. А такой можно попробовать забить. Уебать. О-о-о, это подставон. 2-0, походу. Не забивает, не забивает Никита Бел. Это шанс. Это шанс. И это... А, блядь. Бля, я все перепутал, пацаны. Это же играет Алекс, блядь. Ебаный рот, бля. Я думал, Никита, блядь, за красных, сука. 2-0, 2-0, 2-0. Пацаны, что я проебался. 2-0 Никита ведет. 3-0. 3-0. Че-то, блядь, я тупанул. 3-0. 3-0 выигрывает Никита Бел. У Алекса это полуфинал Канада Скилл Турнамент. В финале уже Вадим. Поэтому Вадим ждет своего сопа по финалу. И Денчик сказал, типа, это, что Влад выиграл Скилл Турнамент. Но же у нас, пацаны... Арена, которая с круглыми углами, у Влада так и остается кубок. То бишь, до следующей круглой арены скилла этот кубок будет у Влада, пока кто-то другой его не выиграет. А на квадратных аренах у Вадима был в Мексике. Поэтому, Денчик, я так и сказал, круглая остается у Влада, пока у нас на круглых еще не будет скилла. А квадратная — это другая стезя уже. Так что, блядь, вот так. 2-0. Уже счет, блядь. Точнее, уже 5-0 счет. Пока я пиздоболил. 6-0. Нихуя себе, блядь. Это просто жесткий разгром, блядь. Просто жесточайший разгром. 6-0. Алекс проигрывает Никите. Походу нас ждет финал Никитос и Вадим. В турнире, по-моему, Никита Вадима обыграл. Ну, посмотрим, Вадимыч, короче, возьмешь реванш или не возьмешь. Ну ладно, не будем забегать вперед. Пока что счет 6-0. Может, блять, 8-6 выиграет Никитос. Ой, Алекс. Ну нет. Гол! 6-1. Это подстава. 7-1. А, подожди, он бьет. Не-не-не-не, я наебал. Гол! А, блядь, опять я все перепутал. Короче, пацаны, 8-0. Я почему-то, блядь, думаю, что Никита, блядь, играет за красный. Короче, 8-0. Пацаны, 8-0. Алекс проигрывает Никитосу. С вами был Роман, всем удачи, всем пока. Ждем финал Вадим против Никиты Бел. Всем пока.